десятый класс. Закружила юга фронтовая. Песни о войне слушают стоя и поют хором, все вместе. В зале ветераны Великой Отечественной войны и школьники. Проект назвали «Живая эстафета памяти». Те, кто своими глазами видел ту страшную войну, кто помнит суровые годы. И те, кто воплощает в себя силу народа, рассказывают школьникам о подвиге. Виктор Пахомович Ромашихин никогда не забудет тот миг, когда узнал, что кончилась война. Из школы мы шли, там встретился мужчина, говорит: «Ребята, война кончилась, мир». Ну и тут что началось? Шапки вверх, бросали, кричали, были очень рады. «Горький хлеб тыла» – литературный сборник пронзительных произведений о войне подготовили специально к 70-летию Победы. Собрали стихи самарских авторов и творчество детей. Вот в этом сборнике, где 30 произведений детских, дети написали такие проникновенные и стихи, и рассказы, что, понимаешь, просто нужно об этом говорить. Они встретились именно с целью поговорить о том, что помнит каждый о войне, именно для того, чтобы сохранить память о войне, народную память. Живая эстафета памяти продлится до конца года. Такие встречи пройдут и в Самаре, и в разных районах области. Этот вечный огонь нам завещаны одним, мы в груди храним. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.